Как мы видим, строительство идет очень хорошим темпом. Ребята вроде как успевают все сделать, все построить. Дело получается прекрасное. Виды с первого яруса, со второго просто офигенные. Поле видно как на ладони и достаточно далеко, если учесть, что все-таки со второго яруса смотреть. Ну и это наш дом. Ждем открытия.